6 лет я веду работу над параллельным санскритско-русским корпусом. Перед вами отрывок из Махабхараты. Для местоимения я бы хотел найти примеры перевода из текста. Даже в словаре Мони Вильямса мало примеров. А мне бы хотелось пример на каждую форму. Не просто как в корпусе, у нас энное количество, так много, что даже не загружается, примеров употребления, примеров именно в параллельном корпусе с переводом. Вот, например, на хитена, вот этот хитена, ну да, у Мони Вильямса есть хитена, то есть, точнее, наоборот, у него есть тена хи, а получается, что в жизни оно бывает и в обратном порядке. Тена хи, therefore, now, then. Хорошо. А в тексте, оказалось, случайно нашел хи тена, а не тена хи. Собственно, вот мы могли бы взять или половину шлоки, или всю шлоку. Глазами мы находим то место, которое соответствует, собственно, вот до точки с запятой. Никогда ни малейшего зла. Да. Значит, и, собственно, вот скопировать разные примеры. Примеры перевода местоимения. Вот, пожалуй, что интересно. Не просто предположительно, как оно должно было бы переводиться, а как оно реально в жизни встречается. Вот. То есть тут, конечно, надо, нужно применить некоторые хитрости. То есть, например, если просто я впишу тена, то у меня слишком много, 400 примеров, просмотреть это нереально. И оказывается, что многие из них просто содержат тену, но не обязательно является теной, как, например, здесь. Поэтому я ставлю пробел, и как минимум это отдельные слова, отдельные тена. Ну а дальше уже глазами вы смотрю, значит, сойдясь с ним, вот, тайна получается здесь с ним. Вот такие примеры выделять. И лучше получается даже не шлоку, а при возможности именно строку. Потому что в шлоке многовато слов, а в строке вполне достаточно. Вот, пожалуй, что интересно. Из корпуса выделять. То есть у нас есть корпус Ригведы. Уже большая часть Атхарваведы. И небольшие отрывки из Махабхараты. Работа над Махабхаратой ведется. Работа над Рамаяной еще не начиналась. И тем не менее, мы движемся в сторону параллельного санскритско-русского корпуса. И ваша помощь отнюдь не помешает нам.